пароход не проплывет, где машина не проедет, пешеход не пройдет, самолет разобьется, не прилетит в аэропорт, там на всех парах проедет мой скейтборд. Михаил, почему падаем? Самое опасное падение – это моральное. Женщины, детей пугаешься? Эй, моя малышка, хочу тебя я прокачу, чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу, тебя я прокачу, чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу, тебя я прокачу. На бок моя бейсболка, штаны мои ниже колен, если что, скейтбордом дам по морде всем. На бок моя бейсболка, штаны ниже колен, если что, скейтбордом дам по морде всем. Михаил, ну-ка покажу новые болячки. И все? Где еще-то? Какую татуировку перекрашивать? Я думаю, надо вот здесь вот делать. Ну, на дискотеку ты не сможешь, наверное, пойти больше? Ну, не знаю, надо шорты покороче. Или штаны подлиннее? Ну да, но так сейчас гораздо не можно. Как тебе самокат? Ну, расскажи про него. Что-то, блин, похрустывает, особенно когда разгонишь. Я думаю, да, неплохая ли это примета. Что лучше-то, самокат или доска? Ты сегодня самокат. И на доске. Ну, хоть, нет, доска тоже прикольная, но я... Покажи, как ты на ней ездишь. Поехали. Лена первый раз на лонгборде сегодня. А я первый раз на самокате. А это у нас тут кто? Если ты будешь учиться делать так же, то ты, скорее всего, где-нибудь тут на асфальте умрешь. Вот они, наши победители горных склонов. Скажите, вот Собянин тут положил асфальт. Хороший? Хороший. Это Михаил. Я думаю, поживем увидим, но сейчас асфальта нет. Бах! Слушай, ну удобно парковать, так как ты сам заехал, все, самокат уже никуда не едем. Это плюс. Это юные лонгбордисты. Они не могут ездить по Собянинскому асфальту. Ну как сегодня закатнули? Ну, слушай, я думаю, несмотря на все это все перипетии, да, вот этих роллеров много, но как-то удалось, потому лыжники даже были вообще. Да, один лыжник был на роликовых лыжах с палками. Мне кажется, заход удался. Так, вы теперь скажите, подписывайтесь, ставьте лайк. Подпишитесь, и может быть, даже поставьте лайк. Может быть. А то не буду тебя на доске учить кататься. Нет, это будет сложно, но я переживу.